21-я миссия Акванокса. Мы прибыли в зону торнадо. На связи Айден Кинг. Я как раз услышал о том, что случилось по пути в Стервятник. Наши любимые плохие парни пригласили нас потанцевать, и мы показали им несколько новых па. Вы все получите награду за это. Спасибо, Флинт. Сабинозу Чака. Это так, которую насиловали. Дзамба, залезал ли великий Симба свои раны? Я вижу в твоих глазах жажду мщения. Да. Кажется, Суль утратил официальное прикрытие. Неаполис обвинил его в смерти Кокса. Здесь ты не почувствуешь разницы. И он сам, и прочие своры мигрени будут действовать так, как будто они и есть власть. Кто бы мне сказал, зачем им этот идиотский бу? Кто-то говорит передатчик, но на кой же дьявол и кому передавать что-то на поверхности? Тут, в Стервятнике, толчется много наркоманов. И слухи разрастаются пышными букетами. Иди и ищи. Кстати, в домике радости Гарсии сидит один тип из Неаполиса, Фримен, и похваляется своим кораблем класса Суккуб. Тебе не надо? Да это, небось, он и есть. Этот ублюдок его спер. Перекинусь-ка с Фрименом парой словечек. А потом пойду слушать от Агуальпу Джонса. Кто знает, может, что и услышу. Мы наконец нашли того, кто угнал в самом начале игры наш корабль, Фримен. Ха-ха, это тот самый герой, который потерял корабль. Помнится, ты собирал мусор в аргентинском бассейне. Ну, слушай сюда, малыш. Я отлично знаю, что это ты спер Суккуб. И на моей родине такое никому не спускали. Тебе крупно повезло, что твои уши еще на месте. Вы, неаполисцы, возомнили, что весь мир ваш? Так вот, запомни, здесь, в зоне, твоя задница принадлежит мне. И я похороню тебя так хорошо, что дьяволу за тобой придется спускаться. Всегда к твоим услугам, сын полка. Ну а за сына полка... Я раскрошу каждую твою косточку. Начнем с пальцев ног. Все, побил он его очень сильно. Бармен. Блюдо дня, моллюски в темном соусе. С пивом из морских желудей. Вы тут в Стервятнике серьезные ребята, да? У нас желудки из титана, а прямая кишка крепче трубопровода. Отлично. А ну-ка, давайте какую-нибудь пакость, от которой стошнит Краулера. Убей их всех! Ну сколько можно? Налеты, атаки, похищения! Они даже перехватили катафалк по пути из морга. Вот тебе, Краулер Адав. Небольшая ферментированная протеиновая пленка с синтаголем из Индийского океана. Аромат гнилых водорослей и кровь синего краба. Она богата медью и не сворачивается на льду. Да, Гарсия, может, нам не хватало именно такого оружия против Краулера. Атагуальпа Джонс, это тот, который... Туки-туки-туки, кто пришел? Путник на тропе войны, странник нервный, полицейский, покупатель... Солнечный парень или тип из тьмы, как Краулер? Твое зелье делает тебя все забавнее и забавнее, Джонс. Скоро оно у тебя из ушей полезет. Что ты знаешь о мигрени и Краулере? Да, свободу мозгам, парень. Мой мозг может отправляться куда угодно. Парень! Я тебе скажу вот что. Мигрени — это только начало. Они хотят на сушу. К большой, желтой фигне. Нирвану цветов. А Краулер, они тоже хотят секрет мигрени. Темный вождь Неаполис. Суль? Я Суль, Буль. Кому какое дело? Костродигенера посылает душу в ад. Толстопузик Эскобар шляется по Ятунг-Вочи.
Он уже знает, что к чему. Если хочешь, поболтай с ним. И знаешь, что я тебе еще скажу? То, что нельзя проглотить, выкурить или вколоть, не стоит потраченного времени. Ольга Симская. Вы мой новый ассистент. Вовремя. Увы, я некомпетентен в жонглировании пробирками. Я тут поговорил с доктором Рейзи. Он рассказал мне о новом оружии краулеров. Да, пожалуй, следует предупредить военных. Однако я предпочла бы беседовать об этом с офицером. Мадам, где вы видели офицеров в зоне торнадо? Зато у нас тут небольшие проблемы с краулерами, если вы не заметили. И разбираться с этим придется нам. Да, я понимаю ваше беспокойство. Последние сведения о скалярной гаубице краулеров гласят, что стреляет она не слишком быстро, но уж если попадет, то легко пронизывает броню. Лучше всего работает против линкоров и фрегатов. Похоже, они не часто применяют ее против катеров или бомбардировщиков. Так, толстяк Эскобар. Ну, узнал что-то еще про этих каннибалов? Да, они говорят, у нас питательные мозги. Как бы им не пожалеть, если они решат откушать от Игуальпы Джонса. Ох, и паршиво же будет тому каннибалу. Си! Нам не хватало только краулеров с больным желудком. Слушай, они ищут технологии для своей расы. Это точно, я с одним говорил. Они злятся. Им хочется вывести новую расу, которая могла бы жить в толще океана. Безумный Сэм кормит их сказками про Северный полюс. Вот они и снуют повсюду, совсем съехали. Они хотят не пустить нас на сушу, украв мигрень. А что насчет Суля? Си-си, Суль, слыхал про него. Ты найдешь Суля по следам на морском дне. Я слышал, он тебя не на шутку испугался. Но мигрень ему нужна позарез. Вот уж где куча ценных технологий. Надеюсь, все они провалятся в ад. Слышал еще, что солдаты Суля здесь держат большие фрегаты. Про один из них, Турс, говорят, что на нем слабый щит спереди. Надо запомнить, что у фрегата Суля слабый щит спереди, Айвин Кинг. Флинт, хорошо, что ты вернулся. У нас опять проблема. Засорились трубы, прорвало канализацию. Что-то вроде... Кархонан планирует нападение, и, похоже, на этот раз весь банкет будет к нашим услугам, от закуски до десерта. Их линкор уже взял курс на Атакаму. Ага, быть барабанному бою. И фанфаром. Подымай прикрытие, скажи Харперу, что он получит кредиток по самый люк и еще чуть-чуть, если вы останетесь живы. Короче, победите, возвращайтесь, чтобы грести деньги лопатой. Отлично. В принципе... У нас корабль вооружен, ультралазер, 10 торпед достаточно. Атакама в огне. Защитить атакаму от краулеров, мигрень очень близко. Что значит мигрень очень близко, не знаю. Флинт, эти поганцы не шутят, они палят во все стволы. Займись-ка ими! Флинт, сперва добей краулер. Хороший краулер, мертвый краулер. Иди к навигационной точке 1. Отлично. Дайте краулера. Я вижу только наших. Кстати, в игре есть Friendly Fire, дружественный огонь. По своим стрелять нельзя, они гибнут. Краулер легко определить по зеленым прожекторам. Видите, зеленый прожектор — это краулер. Опять сбираемся с помощью форсажа повыше. Все на одного накинули.
сделал. С помощью форсажа очень хорошо высоту набирать. Буквально форсаж, буквально секунду, и ты на высоте. Все, разобрались? В этой игре есть friendly fire, по своим нельзя стрелять. То есть можно уничтожать свои же танки, пушки, но тебе будет труднее в бою приходиться. Ну что дальше? Флинт, кое-кто пытается уйти. Полагаю, они собираются атаковать медведей. Мы не можем позволить себе новые повреждения, так что займись ими. Флинт, двигайся к навигационной точке 2. Я так с помощью форсажа быстро высоту набираю. Очень удобно. Нос вверх, форсаж. Нет, это наш. Так, это вот торпеды. И даже торпеды на него не хватило. Так, это огромный корабль, его вообще атаковать бесполезно. Кратичник. Проверено, даже торпеды его не берут. Поэтому на него просто не обращай внимания. Хотя потихоньку долбят его, смотрите, потихоньку долбят. Вполне он убиваемый. Ну что? Флинт, мы с ребятами чиним главный шлюз. Нам нужна защита. По-моему, этих тварей прибавляется. Держи ушки на макушке. Особенно в каньоне у новой навигационной точки. Теперь в навигационной точке 3. Мои напарники за мной не поспевают, они форсаж не используют. Я и один справлюсь. Я его уделал.
где уделали, где? Мне всыпали по первое число. Я не пойму. У нас проблемы. Идет еще толпа краулеров. Возвращайся в Атакану. Иди к навигационной точке 1. Цель ликвидирована. Летим в Атакану обратно. Цель уничтожена. Без меня такого монстра положили, без моего участия. Цель уничтожена. И что же я вижу? Маленькие жалкие приятели хотят подраться с пожирателем пальмы. Мне же слышится треск ваших косточек. Идиотов не бывает. Смотрите, монстр на монстр, огромный корабль на огромный корабль сошли. Хрен с этим толстяком, давайте смело еще раз сделаем сперва. Мальчик, я тебе не забуду. Ты получишь целую книгу, а может быть даже две. Цель уничтожена. Легко и непринужденно. Спасибо, до свидания.